Всем привет, друзья! И сегодня мы решили скинуть еще вместе одну ручку. Вместе с каналом Майншоу. Да, вместе с каналом Майншоу. Короче, с 12 этажа смотрите, какой здоровый проект. Боже мой, мне страшно уронить телефон. Эта ручка перестала писать. Ой. Кидай! А лифт, кстати. Да? Кидай, я зафиксировал телефон, надеюсь, он не грохнется. Майн год. Куда она улетела? Пошли все, искать. Погнали бегать. Погнали. Ё-моё, лифт поехал. Погнали. Ребят, все. Все. Погнали искать нашу ручку, что с ней случилось. Да, вид офигенный там все. Во, вид вообще обалденный просто. Он теперь едет вниз. Итак, мы нашли эту ручку, и она на седьмом покупайте этаже. Покупайте, это не реклама. Просто советую покупать. Ну-ка, дай-ка я огляжу на ней даже. С ней вообще ничего не случилось. Ну-ка, сфокусируемся. Бик не вообще на том. Одна из самых надежных. Так, подержи, Миш, пожалуйста. Я сфокусируюсь. Только маленькая царапина. Ну-ка, сейчас. Да, только маленькая царапинка. Покупайте бик. А давай попробуем ее ногой раздавить, потому что мои ручки этого не выдержали. Помните, в прошлом видео я про, он скидывал ручки, они у него треснули. Это они треснули, когда я их раздавил. Так, ну-ка. Я реально сильно сейчас стучу. Да вообще, вы чё? Японский магнитофон, друзья, покупайте бик. Да. С ними ничего не случилось. Кстати, на черной ручке из прошлого видео осталась трещина после того, как я на ней попал. Он сказал, что там не было ничего, на самом деле там трещина. Да. Короче, друзья, это было круто. Сколько твоя ручка стоила? Ставь видео на паузу. Сколько? Около 20 рублей. Ну вот, круто. Не знаю, сколько. Короче, друзья, с вами был я, Егор, или Профи. Нет. Кто? Майншоу, но да, Майншоу. Это еще не конец. У нас будет попытка номер 2, чтобы она отлетела подальше. Все, сейчас мы войдем в лифт, видео ставим на паузу. И да, кстати, вот такой здесь очень прикольный, удачного дня и хороших вестей. Такой вот лифт очень хороший. Да. Первый раз вижу, кстати, такой. С хорошим качеством, дисплеем. Дисплеем сколько дюймов, нифига не понимаю. Смотри, отсюда видно. Как мы поднимаемся по этажам. Ручку, в принципе, можно скинуть в шахту, но... Лучше этого делать не стоит. Мы ее не увидим и не достанем. Никогда. Так, смотрите, взламываем. Подковыриваем. Ты дурак. У, Ярик. Сам ты Ярик. Дурак. Ну ты даешь, мастер, почини. Толик все починила. Толик все починил. Чинила. Нет, ты чинил не похож, ты красивенький. Так, все, второй раз не надо. Осторожности. Тем более я колпачок от нее потерял. Интересно, кто быстрее, ручка или лифт? Не стрёмно так. Бум. Оба-на. Как она далеко. Она до сих пор там шевыряет. Не, увидели, она тут попарила. Так, все, погнали. Первый этаж. Так, мне кажется, первый всё. Этаж, да? Первый этаж. Мне кажется, тоже. Никогда не случалось такого. Вот, допустим, есть ютубер Эйс. Да, я знаю Эйс. Да. У него не долетало. С этого этажа там всякие айфончики. Но из-за того, что слишком узкий проем между лестницами, то они до конца не долетают. Они вообще очень мало пролетают. А у моей бабушки проем вообще микроскопический. Так вот, а здесь? А вот сюда посмотри. Но сюда вот снять бы эти решетки, их, наверное, надели, чтобы человек сюда не... Это точно. Хотя через них вполне... Нет, не может улететь. И мусоропровод здесь есть. И там наверху труба, чтобы не воняло, да? Если ее было видно сейчас. Короче, друзья, все, ставлю камеру на паузу, мы пошли искать вот нашу ручку. Вот когда мы будем идти встать, да? Ага, вот это было стрёмно. Лифт. Поэтому ставьте лайки за это, друзья, обязательно, за то, что мы смогли выбраться из лифта. Будет попытка номер 3 типнять, либо застрять. Помощи нам нет, как было ожидать, если мы вызвали звонок на... Ну, понятно, делают. Так, на каком мы уже этаже, мне интересно? Короче, мы сейчас на шестом. Ты главное смотри за ручкой, а то все, память кончается, оставлю на паузу. Блин, ребят, мы тут на втором где-то этаже. Сейчас мы на пятом нашли. Бомжа, он там, не знаю, валялся просто, как будто спился или сдох еще, чего не легче. Лучше вызвать полицию, но так как мы мелкие дети, нам это лучше. Школьник, вот второй этаж. Ну, где-то здесь. Стремно будет. Кстати, второго этажа нет. Ставлю камеру на паузу, друзья.
Консьержка его заметила. Да. Ищи нашу ручку. Друзья, второй этаж закрыт. Поверьте, там решетка. Короче, это слышно из лифта. Короче, это жестко. Социальный патруль у них, типа на куртках написано. Да, департамент за защиту населения. Его пробуждает. Тихо. Мужи, ну, приехали. Ищем еще ручку обязательно. Сейчас они свалят, и будем искать ручку. У них как раз домофон не работает. Друзья, ручки мы не нашли. Мы заглянули туда, на второй. Ничего. Отсюда? Да, отсюда. А как этот департамент тут появился? Даже глаз не успел. Да, к сожалению, ручка куда-то делась, но мне кажется, что она выжила 100%. Да. Если вы тоже так считаете, поставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал моего друга. Майншоу, ссылка будет в описании. Ага. И мой, я про Илья и город. И поэтому, что ж, ставьте лайки, пишите комментарии, врубайте колокольчик, да, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока. Да.